Вчера Серега классный анекдот рассказал. Короче, встретились три друга, решили прибухнуть. Один из них говорит: а погнали ко мне, у меня жена глухонемая, орать на нас не будет, спокойно в тишине побухаем. Ну, так и сделали. Пошли, сидят, бухают, все замечательно. Тут через какое-то время приходит жена с недовольным видом, берет кусок хлеба, потерла его об пизду, швырнула в сторону мужа и ушла. Те такие мужики переглянулись, типа, что за хрень? Ну, сидят дальше, бухают. Опять жена приходит, опять потерла кусок хлеба об пизду, опять швырнула в мужа. Мужики спрашивают: что это за хрень у хозяина? Тут говорит: да не обращайте внимания, это мы так общаемся. Давайте дальше выпиваем. Ну, сидят дальше, жена уже в ярости вбегает, там трет яростно хлеб об пизду, швыряет в мужа. Он не выдерживает, берет с соседней комнаты, приводит течу, трахнул ее прилюдно, взял ведро с водой холодной, облился. Мужики говорят: блин, да что это значит, объясни, пожалуйста. Да она заебала, говорит мне, пиздуй за хлебом, пиздуй за хлебом. Я говорю: я твою маму ебал, ты посмотри, там на улице льет, как из ведра.